Электронное чтение не будет черно-белым с первым в России декорированным ридером Texet TB550. При разработке дизайна новой модели Texet отказался от лаконичности в пользу оригинальных принтов на любой вкус для любителей цветочно-природной тематики и мечтателей-путешественников. Благодаря технологии InMold Decoration изображение на пластике получается ярким, контрастным и устойчивым к царапинам. В числе достоинств новинки – сверхтонкий корпус и 6-дюймовый дисплей точь-в-точь как книжный лист. Чтение с экрана технологии «Электронная бумага» комфортно и безопасно для глаз. Матовый дисплей не мерцает, не отражает блики и имеет широкий угол обзора. Новинка поддерживает большинство популярных текстовых форматов и 4 формата изображений, просматривать которые можно в режиме слайд-шоу. Текст литературных произведений легко адаптировать под себя, например, изменять тип и размер шрифта, переключаться в инверсный режим и управлять закладками. Внутренняя память размером 4 гигабайта пригодится для хранения сотен произведений, а с помощью внешней карты легко приумножить мобильный фонд до цифр с несколькими нулями. Приятный бонус – 10 книг от Litres уже внутри. Новая электронная книга Texet TB550 в корпусах с яркими рисунками – это самостоятельное произведение искусства, место которому не в галерее, а в руках любознательного пользователя.